Полицейские в американском штате Миссури застрелили еще одного афроамериканца. Инцидент произошел в городе Сент-Луис в нескольких километрах от Фергюсона, где ранее был убит 18-летний Майкл Браун. Как сообщили в местной полиции, 23-летний молодой человек, который подозревается в совершении ограбления, при задержании попытался напасть на стражу порядка с ножом и был застрелен. Начальник полиции Сент-Луиса заявил, что это происшествие никак не связано с событиями в Фергюсоне, где после гибели подростка несколько дней продолжались беспорядки. Сообщается, что там уже за сутки арестовано порядка 60 человек, принявших участие в акциях протеста.